В Екатеринбурге в 9 часу утра на улице Уральских коммунаров, что на новой сортировке, совершенно неожиданно для окружающих, да, наверное, и для хозяев, вспыхнула одноэтажная избушка за номером 53. Строение было древесным, сухим, в окружении таких же древесных придворных построек, потому горело ярко, мощно, дымно, но и главное, быстро. Огнеборцы 7-й пожарно-спасательной части на двух машинах примчались на утушку, но к тому времени дом, гараж и сараи были в полном разгаре. И потому спасти удалось только соседскую недвижимость. Все, что числилось за номером 53, погибло в гиене огненной безвозвратно. Если, конечно, дом не был застрахован на всякий пожарный, тогда да, возможен кэшбэк. По словам нашего зрителя Дмитрия, заснявшего это буйство огня, хозяин жилища стоял возле мега-костра и спокойненько, без истерик, наблюдал за тем, как выгорает его дом и машина. То есть, надо полагать, обошлось без жертв. Поскольку это воспаление не фигурирует в официальной сводке ГУ МЧС, постольку причина загорания не обозначена, даже предварительная. Но есть уверенность, эксперты ИПЛ в любом случае докопаются до нее.